друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и мы продолжаем с вами прохождение игры The Dark Pictures House of Ashes. Так, ребят, и не забываем обязательно подписаться на канал, поставить лайк, и можно даже оставить комментарий, это очень важно для развития канала. Ну что, мы продолжаем, погнали! Так, нам нужно отправиться в конференц-зал. Все хотят войти в историю. Боже, храни Америку. Я слежу, старик. Давай не сочковать. Присоединяйся. Может, научишься чему. Позже. У нас гости. Что ж. Может, дамочка хочет посмотреть, как я потею? Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда видно достаточно. Не обращайте внимания на Мёрвина. Он всегда такой. Ясно. В каждом отряде есть свой придурок. Сержант Кей? Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Да, встретимся там. Это ж тот хер. А с ним что не так? Ник сейчас сам не свой. Пару недель назад мы попали в перестрелку. Погиб гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. Джоуи, тебя за бумажки усадили. Сделать звонок? Не, не надо. Чем больше бумажек, тем меньше шансов словить пулю. А это выходит тот самый спец по спутникам? Полковник Эрик Кинг. И если не ошибаюсь, младший капрал, это означает, что я ваш командир. Он что, гонит? О, черт, он не гонит. Дай полковнику полный доступ. Резче! Очкарик. Сэр? Вы бы не слишком привыкали к этому креслу. Говорю вам, когда Альфа-сука об этом узнает, лопнет от злости. Вы говорите о моей жене. Простите, я не знал. Отлично, умник. Матершинника. Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замужем. Мы не виделись почти год. Значит, она теперь альфа-сука? Громкий титул. Если что, это мы так выражаем симпатию. Накосячил, пацан, накосячил. Да, выбирать ответы я буду только все самые плохие, дерзкие. Так, сейчас все будет. Надеюсь, сеть справится с объемом. В этом я не секу. Ну, тогда поднимай тяжести. Договорились. Кстати, что это за место? Похоже на бальный зал. Попало в самую точку. Так, ведь тема. Требуются незамедлительные результаты. А кому? ИО, командира Рэйчел Кинг, конфиденциально. Я бы не удивился. Так, так, алло, вы можете на заднем плане заткнуться, а? Только ноги мне не отдави. Спасибо. А разведгруппа приступает к действию. Все, не успел дочитать. Короче. Что-то там жесткое, короче, было. Потом дочитаю. Полковник. Привет, зая. Это моя команда. Хочешь инструктаж? Сначала скажи мне.
Теперь это моя команда. Эрик, о чем это ты? ЦКВС передала мне командование твоей целевой группой. Опа. Ты серьезно? Ты знаешь, я не шучу. Лейтенант Колчик, будьте любезны. Это из ЦБ. Подтверждает, что полковник Кинг принял командование операцией. Мне нужен доступ к сети. А ты еще кто? Это доктор Стоукс. Я дал ей полный доступ. Ну, конечно. Ох, как у нее шарик появился неожиданно. Видимо, сама разберусь. А до этого жвачку, кстати, она не жевала. Доктор Стоукс, подготовьте презентацию. Ты что-то нашел? Так, что? 1500 часов, это что такое? Что за отчет? Отсчет, точнее. Что за хрень? Современное искусство? Это кадры, сделанные сверхсекретной программой Целус. Я должен впечатлиться? Система инфракрасных спутников, моя разработка. О, звучит солидно. Прошу, продолжайте. Вы на всех инструктажах так себя ведете? Парням просто нужно расслабиться, сэр. Он не со зла. Ладно. Спутниковые снимки зоны боевых действий выявили возможное подземное хранилище. Разумеется, эти данные нужно проверить, но я почти уверен, что химоружие Саддама именно там. Попался, сукин ты сын. ЦКВС дало добро на захват объекта и конфискацию обнаруженного оружия. Бои прекратились, но по всей стране действуют группы сопротивления. Мы не можем сидеть и ждать, пока они применят это оружие. Армия забросит нас туда на вертушках. По прибытии лейтенант Колчик возглавит захват объекта. Затем мы проведем полную ревизию оружия. И еще. Руководство сменилось, но Рэйчел – оперативник с большим опытом и много знает об этой местности. Она летит с нами. И я требую к ней прежнего уважения. Вопросы есть? Какого хера мы ждем? Вперед! Это территория племен, полковник. Этот народ – просто звери. Запросим поддержку с воздуха? Нет. Привлечем слишком много внимания. Пошли и вышли. Все дела. Ха, смешно, прям как я с твоей мамкой. Тихо, пацан. Шутник. Если бы я вовремя не вынул, стал бы твоим папкой. Ладно, хватит уже, Мервин. Сэр, ваше слово. Обойдемся без них. Станет жарко, я тут же сверну операцию. При всем уважении, сэр, это ошибка. При всем уважении, лейтенант Колчик, это не вам решать. Чё? А чё за птички полетели? Мервин прав. Слишком много вертушек выдадут наше расположение. Все вопросы можем обсудить после. Будем искать оружие без связи. Через 24 часа радиомолчания ЦКВС пошлет спасателей. Сколько раз за это время нас успеют грохнуть? Ой, да не ссы ты. Да я так, просто. Ради этого мы воюем. Ради этого встаем каждое утро. Я обещаю вам, дамы и господа, мы помешаем Саддаму использовать это оружие. Вылет через час. Вольно. Клариса, помоги настроить. Сейчас. Не знаю, что-то не так. Да у меня, блин, мурашки по коже. О, пупсик, нет. Хочешь, плечики тебе помассирую, а? Серьезно? У меня плохое предчувствие. Это побочный эффект от общения с Эриком. Может, ты скажешь ему? Я загружу последние данные со спутника. Оставлю вас с ним наедине. Спасибо, Клариса. Эрик, послушай меня. Есть один разговор. Рэйчел, я не собирался перехватывать твою команду.
Так, что такое? Рэйч. Вот оно. К этому я шел последние годы. Готово. Это тот прорыв, которого мы ждали. Речь не о нас, Эрик. Я хочу, чтобы все стало как прежде. Под конец все было не слишком здорово. Бывало хуже. Намного. Все по-прежнему, Эрик. Точка. Я и ты? Между нами все кончено. Прошу тебя, Рэйчел, не говори так. Ты что? Не носишь кольцо. Ага. Ага. Потому что он там чпокается с другим. Эй, вообще-то. Осторожнее. Ай, черт, виноват. И что в этой чудо-коробке? Это что за хрень? Ультрафиолет. Для поиска взрывчатки. Я гляну? Нет. Клариса, как там с данными? Они нужны срочно. Еще 5 минут, быстрее никак. Уже загружаются. Ладно, я взгляну на карты. Да, скорость не очень. Уж какая есть. Подпиши 1348. А? Ну, выдача снаряги. Ты... А, да. Все, проверьте. Лучше дважды. Да, понял. Так, дождитесь окончания загрузки, поговорите с командой, смотрите конференц-зал. Так, я на вот этой вот штуке все никак не досмотрел. Так, разведгруппа приступает к действию сегодня, поэтому крайне важно подчеркнуть необходимость успешного выполнения заданий. Так, военная операция нуждается в ясных, адекватных условиях окончания. Силы США были задействованы, чтобы положить конец угрозе международного сообществу стороны иранского ОМП. Пока мы не докажем наличие этой угрозы, мы не сможем оправдать вторжение в соответствии с международным правом. Так, с прекращением боевых действий возрастает риск, что режим уничтожит доказательства наличия ОМП. Разведгруппе необходимо как можно быстрее выявить объекты и персонал, связанные с ОМП. Нашим союзникам в международном сообществе требуется подтверждение надежности наших разведгрупп. Так, ждем ваших отчетов, подпись... Так, начальник управления, понятненько. Так, давайте осмотрим. Нету там ничего интересного. Так, дальше у нас карта тут светится еще. Так, ну эту штуку я видел. На заднем фоне она долго была. Тут просто у нас карта. Так, с командой поговорить можно, да? А с кем? Эти не говорят со мной. А, вот. Подбодрим. Немножко его. Думаете, возьмем там химического Али? Если он здесь, возьмем. Ха, это почти стоит риска. Почти? Ну, знаете, я бы и дальше тут легко штаны протирал. Сэр, я слышал на границе черт знает что. Может, возьмем поддержку? Хуже не будет. А то, что нас пока спалят... Пока что у нас есть фактор внезапности, и никто не убедит меня от него отказаться. Прошу, сэр. Вы можете хотя бы подумать об этом? Я принял решение. Вам часто везет, капрал? Ну, у отца был конь по кличке Везунчик. И он удрал. Фирму Накан. Уверен, мы сорвем банк. Мне бы ваш оптимизм, сэр. Да чё ты очкуешь, а все нормально будет. На кой нам сдалось это все? Это нас засветит. Оно подстрахует. Объект под землей вполне вероятно недостроен. Так безопаснее.
Я буду в безопасности. С парой лишних стволов. Так, а чё он? Давайте спровоцируем его. Скажите, капрал, высоты боитесь? Ну да. Я разведчик. Совершал затяжные прыжки с охренительной высоты. В условиях, от которых большинство будет долго ссаться по ночам. Что ж, впечатляет. Надеюсь, это не просто слова. Знакомо, штабной крысёныш. Ты чё обзываешься, козёл? Я тебя рано раз-два. Смотри, у меня очки какие модные, а? Я ж непобедимый. Так, с кем ещё? Я бы с тобой хотел побазарить, а? Хер, ну да ладно. Это что у нас? Таблетки? А, нет. Это у нас какие-то... гранатки или снаряды. В общем, это какие-то снаряды, только с чем. А на них это птички нарисованы, я не пойму. Что это нарисовано на них? Это так, то, ладно. Что я думаю. БФ, сэр. Белый фосфор? Для дымовой завесы. И все. Что? В смысле... белый фосфор для защиты? Что за бред? Использовать только для прикрытия. Ясно? Ясно. Помните, это Саддам нарушает конвенции по оружию, а не мы. Охренеть, белый фосфор. У меня готово. Идем к вертушке. Пора вылетать. Что? Что? Дай угадаю. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Что думаешь? Я так понял, ты про шкипера. Он любит показать, кто тут главный. Но меня это не парит. Даже хорошо. Да у него кукурузина в шопе. Там, куда мы идем... нужен жесткий командир.